Добрый день. Добрый день, Геннадий Тихонович. Слава Христу. Слава Христу. Как слышно меня? Слушаю. Слышно меня нормально? Нормально, хорошо. Нормально видно все? Да. Только у вас сильный свет на лицо падает. Его как-то уменьшить бы маленько надо. Уменьшить? Сейчас, секунду тогда. А то оно вроде... делает просто лицо слитое белое. Да, у меня камера шикарно показывает. Но если только можно, маленько уменьшите там его. Сейчас сделаем, сейчас. Да, давайте. Сейчас, секунду. Так. Чем-то зависеть. Тук, 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 тук. Сейчас завесим. Все на дело. Так получше? Конечно. Ну, слушаю, дорогой, говори. Получше так? Лучше. О. Получше маленько. Не совсем хорошо, но... Ну, ладно, говори. Ну, значит так, первое, книжки не пришли. Не пришли. Нет, пока нету. Вы не переживайте, все ваши расходы я все равно оплачу. То есть, да нет, не... пора бы. Ну, тут, видите, такая обстановка, я не знаю, что они там. Может, еще подождать есть смысл? Подождать, конечно. Да. Они бывают так, что затарятся, какие-то там месяцами лежит. Одно время, когда мы готовили, ну, выехать за границу, и нам уже вызов пришел с Англии, и не можем получить. Все в Москве заглохло. Пришлось вторично делать запрос. Мы столько не терпели. Только не переживайте, потому что я там... Нет, нет, я надеюсь на Бога. Как Бог сделает, так и будет. Да я видел, как вы так расстроились немножко. Ну, неприятно, конечно. Представьте, что я послал, да. Я сделал все возможное, а человек не получил. Конечно, я думаю об этом. Не страшно. Все это не проблема, не все серьезно. Все, закончен, говорите. Хорошо, да. Геннадий Тихонович, я, значит, с такой проблемой, это... Отрок Вячеслав, вот такая тема. Я так ее зацепил с вами, но вы так ответили кратко. Ну, совесть меня обличает поговорить на эту тему еще более так, поднять ее один раз. Именно, если какая возможно. Тема? Отрок Вячеслав, как слышите меня? Так, не пойму, еще раз. Отрок Вячеслав, отрок Вячеслав. Отрок Вячеслав, вот кое-как да. Понял. Ну и что, какое отношение имеет к спасению? Может быть, вот так вот лучше будет? Так нет, вот нет, лучше нет, вот нет, слышно? Нет, все нормально, да, хорошо, хорошо. Так лучше слышно или нет? Нет, нет, я слышу нормально. Это мне не нормально? Мешает. Делайте себе, как нужно. А-а-а. Все, не отвлекайтесь только ни на чего. Так, и что? Ну, дело в том, что тысячи людей, около 100 священников признают его как святого, как посланника, пророка такого, необычного, конечно. Есть фактов много. Я бы хотел, чтобы вы пересмотрели немножко этот вопрос, исследовали его. Вы там рядом с Уралом. Может быть, организовать небольшую поездку? Я это рассматривал с самого начала, не сегодня только. Дорогой ты мой, ты что думаешь, от вас я услышал, Крашенинников там вот такой? Нет, 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 я все понял, мы же с вами ничего говорили. Ничего там нет, еще раз говорю. Там ничего нету, пустота. И его церковное начале, начиная с патриарха и синода, его вообще никак не принимают. Никак. Они уже дали на это ответ. И я полностью с ними согласен. Это искусственно начинает развивать. Сейчас Ивана Грозного надо канонизировать. Там бьются, пишут, Распутина Григория Ефимовича. И не кто-то это делал, это Душенов. Люди такие известные это. И при том, это был Гурьянов там за это самое было. Ну, делать больше нечего. Мне пересматривать не надо ничего совершенно. Это выдумка все. Вот Родионов Евгений, его убили, голову отрезали, а там крестик у него мать узнала. Ну ты куклу голову сними, попробуй крестик удержать без головы. Он держится за счет головы. Я когда стал говорить, а сейчас пишут, правда, крестика там не было. Ну тут прям дурью маются и все. Голова отрезана, а крестик под землей, его хоронили, а крестик у него был на шее висел. А шеи-то нету. Ну что смеяться-то? Ничего нету, дорогой Тарасе. Даже не думай об этом. Надо вам. Ну и молитесь, Тарасе, этому, пожалуйста, Вячеславу, там, отроку. Он особый пророк. Ничего там нет. Ни пророческого, нет, нет, ни знания Писания. Я имею в виду, что... Я им занимался специально. Меня побуждали. Я достал все, что можно было о нем достать, узнал. И увидел пустота. Там ничего нету.
Священники признают. Да какие они священники-то? Они больше ничего не знают. Сейчас воцаряют царя. Этот царь мне позвонил. Вчера еще лучше один. Мусульманин обратился. Угу. Я, говорит, ну очень сильно вот, просто привязан, говорит, к Иоанну Кронштадтскому. Я, говорит, эти пророчества считал, что в России будет царь. И я подумал, что это вы на меня. Я так ахнул. Понимаешь, нет, дури конца никакой нету. Нету. Я в баптисты, когда приехал, там в баптисты города Пензы, ну и стал беседовать. Ну, я знаю Писание, как живу, там это, я все раздал. У меня вообще ничего никогда не было. Вот. И все, баптисты меня уже сразу провозгласили, к нам сошел пророк Илия. А когда я начал беседовать, доказывать их заблуждение, они мгновенно переменили мне гнилое бревно. Все, вчера пророк Илия, сегодня гнилое бревно. Ну, что я не пророк Илия, я согласен. А гнилое, не гнилое, ну, Бог рассудит. Тут смешно даже. Я никогда ни за кем не гонялся. А то разочаровался. Не надо очаровываться. И не будешь никогда разочаровываться. Я ни в ком ни разу не разочаровался за свою жизнь. По той простой причине, что не очаровывался. Мне не важно, как ты ко мне относишься, Тарасе. Мне важно одно, любишь ли ты Христа и Святую Библию. И вот тогда мы с тобой будем друзья полно. А если ты налево-направо будешь вилять, ты для меня будешь как один из тех, которые запутались. Зачем он тебе нужен? Другие мне пишут вот о таком-то, там тоже готовят канонизации. С третьего места, у католиков своего. Они сейчас канонизировали Адольфа Гитлера. Ну что смеешься-то? Официально. Нет, икона, я не слышал. Икона с ним. А за что? За одно то, что он уничтожал евреев, которые весь мир погубили. Вот за это одно его надо канонизировать. Мне говорят, я говорю, вы сумасшедшие. Это, ему в аду места мало. Это сатана в образе человека был. А сейчас другие Сталина. Иконы прям в православных храмах. Все, уже иконы. Иконы. Значит, с одной стороны Дмитрий Донской, с другой Александр Невский. А посередке Сталин. Иосиф Сталин стоит. В руках у него Евангелие. Проще, все нарисовали как надо, иконы. Уже молятся ему, святой Иосиф, и моли Бога о нас. Ну, сатана царствует-то. И вы тоже туда лезете. Не лезьте, отойдите от этого. Не губите. Можно сказать? Сказать можно? Давай. Я же не о канонизации, не о канонизации говорил этого отрока. Нет, ни в коем случае. Просто, Игнатий Тихонович, ну, выслушайте одну мысль, такую мысль. Значит, человек был в православной церкви, отрок этот, Вячеслав, любил Христа, любил Евангелие, понимаете? Да, не было у него доступа там получить информацию, как это все правильно понимать, там, с толкованием, получить образование, ну, закрыто это все было. Я к тому веду, что тысячи людей все-таки столкнулись с ним, понимаете, он сам является людям, сам помогает людям, сам находит их. Священники тоже пережили эти состояния, понимаете. Ну, нельзя отбрасывать, это наши братья, все-таки в нашей церкви. Да не надо отбрасывать, Тарасе, ну, такую муть гонят-то. Но до этого гонялись за Матроной, пошли навстречу, канонизировали. Ксения Петербургская, все ее забыли, теперь надо другое. Я не о канонизации, Игнатий Тихонович. А другого нет, о канонизации ничего и никто не знает. Мы смотрим по тому, что есть. Он ничего не знал. У него столько там написано, от него как будто бы написали уже после смерти, там колобродит, он не знает где. На одном месте. Главное. Сейчас мне только что прислали материал посмотреть, какие откровения там были. Я просмотрел, ну я сразу перевел в Word. А по другому деле, 28 страниц. И на каждой странице примерно 5 до 10 расхождений с Библией. Ну, умножьте теперь на 28. Ну, даже считать нечего, даже руки вымыть охота. Что делаете вы? У вас вы по Евангелию задавайте-то, не склоняйся никуда. Ну, святой он и святой на небе, я же не отрицаю его святости. Но говорить, что он говорил, что он может сказать ребенок? Зачем он нужен? Когда все уже абсолютно все высказано. У нас есть книги пророческие, библейские. Толкование святого Феодорита Кирского. Ветхозаветнее пророчество Даниила истолкованы. Андрей Кесарик и Подокийский архиепископ, 4 век. У нас это в третьем томе все показано. Рук даже не ожидал этого. Вот сейчас образует новая секта. И кого они признают на первом месте иконочья? Владимира Владимировича Путина. Путина. И он здесь обедал.
где-то там ехал-то, его ложки, которые, а не знает, какая ложка, какой он. Но он, говорит, одной поел, потом второй. Ложки эти теперь там, говорится, торгуют. И ложку к глазу приставили, отрок один исцелел, второй. Предела безумия нигде нет. Нету. Другой, вот считаем мы у Бажова Павла рассказ «Хозяйка Медной горы». Он был гонимый, ну, его не арестовали, но во всяком случае он спрятался, и когда спрятался там от НКВД, в это время написал вот эту сказку. Сказка. И сейчас секта, «Хозяйка Медной горы», руководит ею кандидат наук. Все. Там Виссарион. Так а сколько людей? Белое братство сколько людей? Сотни тысяч загнали. Белое братство. И она одновременно и Христос, и Дева Мария. Но ее там Игнатий, Киеве, но я не об этом, Игнатий Тихонович, я не об этом. Я именно об этом, я понял вас. А сколько Виссариона этого, который там, это, Торопов, ну, под Красноярском-то. И тоже тысячи людей и едут, и имения продают, и строятся, и счастливые они пляшут, танцуют. Зачем нам это все нужно знать? Чужую блевотину собирать. Вот отрока нашли. Ну и только делов. О нем больше разговора со мной не видите. Пустое. Священноначалие, патриархия ответ дало. Я говорю, они дали правильно. Все. Там ничего нету. Он ни одного слова не сказал. Ни одного слова не сказал то, что не было бы известно. Что ему прочитали, он то повторил. В этом и нюанс, что он не говорит ничего нового. Он просто подтверждает, что это время именно сейчас, последнее время. Ну и время. Что из этого? Об все, этом больше, все, больше ничего. Больше все, ничего. Не надо о нем говорить. Это трата все. Времени. По делу добро. Говори, пожалуйста, Тарасе. Все, вопрос закрыт. Никогда о нем больше мне это не говорить. И он умер, он ушел, и теперь он перед Богом. Ребенок, да простит ему Господь, где его запутали. Я могу только сказать одно, прости его, Господи. Это мать там все накручивает. Прошу вас помолиться о нем, прошу. Я молюсь, да будешь свидетель, да упокоит его Господь в обителях небесных. Спаси, Господи. Да. Вот оружие. Все, вот главное оружие. Так точно. Давай, слушаю. Значит, это, вы мне за псалтырь сказали, читать псалтырь на русском языке. Да. Но я, вот у нас есть такая книжечка, псалтырь, он пришел с Афона к нам, и Почаевская лавра, да. В святоотеческом изъяснении его сделала в очень интересной форме. Да. То есть здесь идет вот псалтырь на церковно-славянском и толкование святых отцов, но он же есть и на русском. Без церковно-славянского. Это не для молитвы, это для того, чтобы знать. А когда для молитвы, должна быть одна только псалтырь, как в Библии. И по ней считай псалмы. Вся псалтырь – это 20 кафизм. Кафизмы на 3 славы, то есть на 60 частей. Ну, примерно так, прикинь, сколько листиков, и столько и считай, хотя бы по одной славе. Я вот о чем сказал. Я понял. Но я имею в виду, что с разумением читать все-таки же правильнее, правильно? Да, это не на молитве. Повторяю, это не на молитве считать, а за столом сидеть и конспектировать. А если заменить, допустим, молитву на время, пока изучить псалтырь, чтобы изучить? Изучай, но молитву никак нельзя заменить. Молитва ничем не заменяется. Молитва – это связь с Богом. Ты скажи, я хочу научиться правильно плавать, но пока не научился, не буду дышать. Ну не получится, все равно дыхнешь. Это дыхание жизни. Молитва – это дыхание души. Ты молись и одновременно считай. Я исследовал. Конспектировал ни одну, ни две горы литературы, 12 томов Златоустия, но молитва, наоборот, усиливается в это время, усиливается. Я опять все оставил, помолился, опять сел, пишу, конспектирую. 5-й том Иоанна Златоуста – это толкование псалтыри. Лучше уже никто не скажет. Самый знаменитый толкователь Библии – это Иоанн Златоуст. А у него самая вершина – это 5-й том толкования псалтыри. И вот это, что там написано, там должно только это подтверждать. Это 5-й том святого отца нашего Иоанна Златоустого. 5-й том – это вершина христианской мысли за 20 столетий. Как говорится, в рекорд Гиннеса можно занести. Ну, в этой книге как раз очень много Златоуста. Ну, именно все, да, это хорошо, соль. Что ты приобрел. Хорошая. Я имею в виду, что, может быть, все-таки это будет вменяться в чтение, как в молитву все-таки. Нет, молитву перестань говорить. Потому что у тебя опыта молитвы нету. Ну, я же о чем и говорю, если времени нету. Это ничем нету. Не заменяется. Молитва – это молитва. Я ничем ее не могу заменить. Ты можешь в любой обстановке, у тебя радио там говорит, телевизор. Ты научись молиться в любой обстановке. Тебя завтра арестуют, и ты повис. Ой, тут мешают, тут толкнули. Ни на что не смотри.
У тебя связь с Богом. Научись в ночное время вставать. Когда ночная вахта у тебя на корабле, в это время особенно, ходи, а про себя твори молитву. Считай, Отче наш, своими словами, Господи, пробуди народ молитву. Мой украинский, как он далеко заблудился. Утиши эту братоубийственную войну. Потому что война там не закончится, она должна на Россию перекинуться. Ну, так для России, цель Россия вообще. Ну, так уже, если... Ну, да, мы знаем, брать. Что у России особая участь. Россия, это, да. Она, ну, скажем так, в пророческом плане предусмотрена. Но я ее не рассматриваю никогда отдельно от Украины. Это одно. Кто бы ее ни делил, границы не проводил, стены не возводил, это один народ. И о нем об этом говорится, да. Это мы можем сказать даже в Откровении, 17-18 глава. Но со столицей не в Киеве, а на Москве. Святая Русь. Да. Нет, святая неприемлема. Я категорически отрицаю, никогда она не была святой. Это все выдумка. Это выдумка. Но... Василий III, кажется, первый раз произнесли. У меня стихотворение. Вы видели, как написано? Ну, я смотрел. Когда она была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика расстанется. Останется вино, вина, война. Вот и все. Но имеется в виду, что святые были люди в прошлые времена, которые осветили эту землю своей кровью, защитой веры своей, ну, царя, православия. Это всегда так было. Было так. Ну, вот отсюда же... святая. Да? Она не правильно была, я понимаю? Она была святая, она грешная. Она везде все хватала, везде лезла. Ее не зря Ленин назвал международный жандарм. Она везде лезла. Смотрите, докуда? Порт-Артур где? На китайской территории. Павел I предпринял поход куда? В Индию, завоевать Индию. Чтобы сапоги вымыли в Индийском океане. Да смерть помешала. Финляндия была в России, Польша была в России. Давила и давила все под себя. И эту-то войну Первой мировой-то бы не было, если бы Россия ее не развязала. Ну, это уже, как говорится, промысел Божий. Война. Ну, промысел Божий – это предузнание Божие. В промысле, как сказать, у Бога это расписано было. За грехи Бог и допустил. Единственный, кто это видел и нельзя было, только Распутин Григорий Ефимович. Он прямо криком кричал, раненый, буквально смертельно раненый в живот. На него покушение было. И он оттуда телеграммы. Папа, это Николая звал он так, не делай мобилизацию, не делай. Сгоришь ты, и дом твой весь погибнет. Никто но это Игнатий не говорил. Иванович, видите, Распутин, видите, какой тоже личность такая непонятная, житие. Она понятная. Это самая оболганная личность за всю историю христианства. Ни на кого столько лжи не было вылито, как на нем. Почему? Потому что где-то, кажется, Базельский конгресс был евреев, и там была поставлена задача. Дискредитация царского дома, начиная с Распутина. Это задача была. И она была выполнена. А он правильно поступал? Неправильно поступал. Неправильно. Я не могу оправдать. Но он должен был, узнав это, сразу уйти. Царь бы дал ему, говорится, корабль, деньги, отправил на Фарерские острова куда-нибудь, чтобы он с глаз скрылся. И все заглохло бы. Но тому быть. Вот я из-за отрока прошу последний раз. Пересмотрите, съездите туда, Игнатий Тихонович. Да проверьте все на месте. Так, старайся, перестань. Ты просто увлекаешься мистикой, где ее нету. Не надо это. Да я не за мистику, да не за мистику, просто... Давай, договорились. Я поехал, да, все, я проехал. Я признал все, что не есть, и что от меня останется. Ваше слово, ваш голос поможет тысячам людей... Мой голос сейчас и звучит, что там ничего нету. Голос согласный с священноначалием Московской Патриархии. А как быть с теми, кто считает, что есть? И ничего они... нету, ничего нету. Они, если сейчас этого нет, они за другим кинутся, они Бога нет, не знают. Нет, они не обманывают же тоже. Они обманываются на 100%, даже не ну на 99%. Так, ну мы сейчас спорить собрались. Да, все, простите. Вы меня спросили, я ответил. Два раза им сказали не возвращаться, а ты опять. Значит, уже влип в это. Да нет, Распутин просто, и я уже на этой волне. Да нет, я просто сказал тебе, что какая обстановка была. Никакой Святой Руси не было. Речь зашла о Руси. Была грешная захватническая держава. В безумии. И так понятно. Надо говорить. Вот еще у меня книжечка есть. Я вам как ценителю хочу показать. Ну, это давай вот вся... покажи, там маленько сдвинь. Давай сдвинуть как? Ну-ка. Так. А что, там не написано ничего? А вот эта вот книжечка на церковно-славянском языке. Вся Библия. А-а-а. Вот. Ну-ка. Именно
если видно. Ну, вижу, вижу. Это патриаршее издание. Уникальная книжка. Да. Она разбита вот здесь вот на все главы. Ну, видно вам? Да, именно на ветхие. Это не главы, а книги. Книги, начало книги каждой. Книги, да, там по названиям. Ну, вон очень она такая видна. У нас лежит она такая, вот она рядом. Да, я хочу сказать, что все-таки люди, которые изучают на русском языке все, все-таки рекомендую потом и на церковно-славянском немножечко так. Как это немножечко? Изучить. Ну, Библия не изучается на непонятном языке, она изучается на понятном, и толкование, чтобы было понятно, внятное. Ну, заинтересовать людей, чтобы они все-таки после русского языка приходили к церковно-славянскому. Не он надо тоже... этого делать, не надо. Абсолютно. Ну почему, Игнатий Тихонович? Вы же знаете церковно-славянский. Так, подожди. Да. Я тебе сказал, не надо. Ты спросил, я ответил. Тема тоже закрыта. А, все, апостол добро. Апостол Павел говорит, лучше пять слов на знакомом языке, чем 10 тысяч на незнакомом. Ну что сравнивать-то? Труба будет издавать неопределенный звук. Кто будет готовиться к сражению? Согласен. На этот период согласен. Все на русский. Все согласен. Но знать, что Кирилл и Мефодий вымолили этот язык. Это божественный язык. И это язык, который дал Бог им. Да как вы думаете? Согласны язык или нет? Этот не знали. Это для них чужой язык был. Из него они что знали? Болгарские слова. И что знали, туда вставлено. Этот язык мертвый. Мертвым языком называется язык, на котором никто не разговаривает, как латынский язык. У католиков... А в нем нет матов. А? Матов нету в нем. Чего нету? Маты. Как поняли, как слышно. А как они должны быть там? В русском языке есть маты, в церковно-славянском языке нету матов. Там нету слов никаких, ни компьютеров нету. Ничего. Вот я об этом и говорю. Чистый язык. Почему бы его не сохранить? Это мертвый язык. Чистый язык. Мертвый. Мертвый язык, на котором никто не разговаривает. Я за свою жизнь еще ни разу не встретил ни одного человека, который знает этот язык. Он говорит, я знаю. Я ему говорю, давай переводи предложение, если ты знаешь. Синхронно переводи. Он не может, чтобы как Милор Стуруа знал там английский и испанский язык. Он не может переводить. Понятно. Вот стоит священник, и мы стоим в магазине церковном. Я знаю, мы с женой разговариваем на этом языке. Но я его проверить не могу. Он знает, нет. Мне нужно было этот язык знать, я его самостоятельно изучал. Этот язык, церковно-славянский. И с этого языка переводил книги на русский язык. Вы его только в руки взяли и мне рассказываете. А я книги толстые переводил, книги с церковного языка, с церковно-славянского. Нет, но я имею в виду, что все-таки сохранить его. Да не надо об этом думать. Ну, какие-то задачи ставите, сохранить, не сохранить. И вот священник стоит, я говорю, переводите за мной. Я зашел в магазин, и называю его как есть, и стал спускаться по ступеням. Остановился. Но у моих ботинок развязался шнурок. Он совсем не может перевести. Дальше. И я, не видя этого, наступил на него левой ногой и упал. И расквасил свой упрямый поповский нос. И из носа у меня потекла кровь вместе с соплями. Переводи. Ты умрешь, поп, и никогда не переведешь предложение одно. А если я знаю немецкий, он только говорит, я мгновенно за каждым словом вывожу или на английском. Тут же он говорит, я синхронно. Когда я изучал языки, я пойду в увольнительную, в армию служил-то. И в это время идут впереди две женщины, разговаривают. Я сзади иду, ну солдаты еще, они же не видят. А я мысленно так представляю, вот это француженка, а вот это англичанка. И это что ей говорит по-французски, я стараюсь за ней переводить, а эта англичанка, я за ней. Я непрерывно тренировал себя. А потом думаю так, вот это вот немка, а это назову, допустим, на другом языке. И за ними я все время полыхал огонь в голове. И спросить, и вы так хорошо знали язык, я отвечу, плохо. Это еще не знание. Настоящих знаний у меня никогда не было. Почему? А я знаю, какая это вершина. Нужно каждый день 2 часа заниматься этим языком. Нужно встречаться, быть в той стране. У меня книжное знание было. Я легко переводил тексты политического, медицинского. Там. А коснулось, когда религиозного, я и поплыл. Знания. Знания даются огромным трудом. Одна девочка на одном конкурсе, где-то пианистов, она получила первую премию. Ей стали говорить «талант». Она говорит, 5 талантов есть у каждого, а остальное... И провела, говорит, тыльной стороной ладони по лбу. Вот и весь сказ. Язык знать это непросто.
Это надо, во-первых, с детства начинать или очень сильную волю иметь. Но сохранить же надо его. Это же ценность. Да я про это не говорю. Зачем мне такие задачи ставить? Сохранить, не сохранить. От нас это не зависит. Он мертвый, за него мертвецы и цепляются. Мертвый язык. Повторяю, древнегреческий мертвый язык, латинский, церковно-славянский, церковно-китайский – это мертвые языки. Нам нужно к душам людей проникнуть. Вот сейчас патриарх Кирилл об этом говорит, что везде были школы миссионерские, начали работать. На каком языке? Да церковного разговора даже нету. Ни один человек это не понимает. Даже Библия у нас, переведенная 1876 года, и то требует русификации некоторых слов. И там в паке бытии. Ко мне все время спрашивают, а что такое паки бытии? В новом измерении, в новой жизни. Вот и все. Люди даже сегодня, даже в русской Библии, переведенной на русском языке, и то встречаются слова, которые непонятны. Когда от Христа принесся, говорит, велегласный. А что такое велегласный? Велелепный глас. Его надо раскрыть, это слово. Но таких очень мало осталось. Наш язык как будто остановился преображенной Библией. Это язык Пушкина. Когда Библия была переведена. Геннадий Тихонович, наш язык все менялся и менялся бы. Увидел, что у вас детки в храме стоят, и руки вот так вот у них как бы припоясаны, как бы они так руками. Что это значит? Это означает, крест-накрест руки стоят. И к причастию, когда подходят руки раскладывать, никто же не спрашивает. А где их? Нет, сзади держать? Где руки-то сзади держать? Это не пленник, как Семен Нового Богослова говорил. Но в храме можно так стоять? Вот, так и должно стоять. Да? Во мне всегда, понравилось это так очень. Так всегда и стояли. Вы пройдите на иконы, посмотрите. Вы не найдете, чтобы руки были опущены вот так вот по швам. Это сегодня так стоят. Ни одной иконы. Я просмотрел 475 икон в Покровском соборе. И ни одного изображения нет, чтобы руки. Сейчас нарисовали Елисавета. Родная сестра царицы Александры. Это первая икона. Угу. Но это уже выдумают. Они уже и брит их рисуют, и что хотят, то и делают. Угу. В одном месте человек, который рисовал, он сильно расположен к Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Ну и нарисовал его. А кто-то заметил и говорит, пришлось краской снова замазывать. Иногда пишут образ Божьей Матери со своей любезной, с которой якшаются. Ну так нельзя делать-то. Это как этот Рафаэль писал в основном, да? Западная эта вся иконопись страшная. Геннадий Тихонович, дальше. Через проповедь прощаются многие грехи. То есть это реально. Как это проповедь? Ну, если человек, не слышал такого. Если человек выходит проповедовать Бога, нести людям Слово Божие, то многое прощается. Если человек несет Слово Божие, он закопал талант. Но ему многое прощает. Аж сказать, что он не проповедует грех, ну, такого слова нет в Библии, грех. Ну, допустим... Нет, вы не поняли. Ему прощаются многие грехи. Из-за того, что нету, он... Такого нету. Это Яков говорит, что если я проповедую, и кто-то обратится, то прощаются многие грехи. Но не говорится, кому прощается, тому или кто проповедовал. Понял. Это толкует уже так. Понял. Да а я понял. Награду давать, если я лег спать? Вот за то, что я спал сегодня хорошо, Господь, дай мне награду. Я ел яблоки, яблоки понравились, Господь, дай мне награду, что я ел яблоки. И то, что мы делаем для Христа, это самое естественное, дыхание, еда, в духовном плане. Какая тут награда? Встречали, что вот люди, допустим, выходили на проповедь, проповедовали и получали исцеление эти люди, помощь, спасение... Какие-то были у вас? Апостол Петр когда проповедовал, ее я тень, к этому веду, да. Как у Петра упал. На кого? Но это не от проповеди, а от милосердия Божия. Наша проповедь, наша молитва ничего не значит. Но молитва – это канал, через который Бог нас слушает. Проповедь – это тот канал, через который в уши попадает весть о Христе, и люди обращаются. Вера от слышания. А слышание – Слово Божие. Но и сеющий, и поливающий – ничто. Нуль. Вот и все. Все Бог возвращающий. Мы имеем канал, доступ к его милосердию. А я проповедую, а может, и вообще ни один никогда не обратится. Я вот в местной тюрьме работал 17 лет. Это не два дня. Да как я работал, тут ни один работник не работал. Я туда чего только не нес. Я выступаю по рации. Один день только я пришел, за раз принес 56 динамиков. Я вел программы на город. Ну и объявление дал, и ко мне понесли.
Я несу им там даже не знаю, с чего только, завозил тоннами. И меня спрашивают, и сколько человек обратилось? У меня доступ был, ни у кого не было. У меня друг был близкий, прокурор края, генерал-лейтенант. Я имел доступ к смертникам. Вот где. И спрашивает, 17 лет, сколько же вы людей-то обратили к Богу? Я четко отвечаю, у меня есть количество, сколько? Я отвечаю, ни одного. Да как так? Не знаю как, я такой задачи не ставил-то. А почему? Да, просят покреститься, все, на них курят. Это никогда к крещению нельзя допускать такого. Какое крещение ему? Демонская кадильница, рот его. Второе. Другое уже все готово. И бросил. Он говорит, я не могу сейчас, он просто матерюсь. Нет, нет, меня обидят, я могу морду дать. Вторую щеку подставить надо. Они не готовые. Но в тюрьме не было ни одного захвата заложников. Температура совершенно другая. Эти люди выходят, устраиваются и при церкви везде. Я вижу плоды, но я ни одного не подготовил к крещению. Мне не дано это было. А священник пришел полупьяный. Он сразу крестил, человек может 25 и 470 причастил. Ну и что, с кого спрос будет? Да, это страшные вещи. Вот как раз к этому моменту я нашел у Вадима Коржевского, вот в этой книжечке «Пропедевтика аскетики», там он описывает момент на сотой странице, если есть у вас, можете открыть там. Нет, говорите. Момент именно открыто на сегодняшний день свойство души такое, как ну, подобие фотографий. То есть все, что она видит, как бы это все запечатлевается. И оно никуда не исчезает. И все, что человек делает, это все как бы фотографируется и наслаивается. Вот такой механизм. И он там приводит пример, что человек, допустим, если строит богатый дорогой храм, ходит в богатых монах, допустим, одеждах, то в связи с тем, что природа падшая человека, и человек это все видит, это богатство, убранство. К сожалению, этот человек уже он заражен тщеславием, он погибает однозначно. Он даже этого не замечает. И вот на фоне этого, вы слышите меня, Игнатий? Хорошо, Петрович? Слышу. Такой момент, если вот все-таки человек совершает эти таинства, да, и совершает их неправильно, ну, скажем так, не по совести, небрежно, то... Как вы смотрите на то, вот я вычитал, что такой священник даже может уже и не верить в воскресение Христа, то, что он воскрес. Может быть такое? Может. То есть вот на уровне духа, да, души, вот у него может настолько произойти изменение, что он даже в воскресение Христа не будет верить. Да, об этом было, когда 7 отроков ефесских уснули на 300 лет. И архиереи перестали верить в воскресение из мертвых. Об этом говорил Серафим Саровский. Архиереи отступят от истины и сказать веру, и не будут верить в воскресение из мертвых. Это так? И что? А без воскресения наша вера тщетна. Тщетна. Если Христос не воскрес. Да, не воскрес, то и вера наша тщетна. Я вот что хотел сказать. Вот смотрите, когда я говорю, нужно крещение, только как Господь заповедовал, в полное погружение. И у меня материалы в этой книге «К истинному православию» отображены там. Я собирал материал 40 лет. Можете представить, сколько было перелопачено. Одну фразу найти, это целая тома. Одну фразу, но эта фраза уже как-то врезана. Я привожу 136 документов в книге. 136. Со мной поп не соглашается, ну и просто не только опровергает, на меня нападает, а у него ни одного нету. Да можно и каплей воды, можно и слюнами, ну, при наплевательском отношении. Можно, конечно, и мочой. Ангелы доделают, говорят. Да, ангелы доделают. Не надо обманывать. Вот. И у него ни одного нету. Но представьте, что у меня бы ни одного не было, а на той стороне, у патриархийной, было 136 документов. Они меня проглотили, даже не жевали бы. Они очень и очень неразумно поступают. Так может быть, вот этот взять механизм, что пусть каждый себе посмотрит в сердце и задаст вопрос, верует ли он в воскресение Христа искренне, в сердце. И если уже нету этого, значит причина делает что-то не так. Вот главный тест. Но так можно поставить вопрос? Ну вопрос что ставить-то? Мы проповедуем, это говорим, просто психология. Ставит. Он себя сам это как ставит должен. Я его не могу к этому подтолкнуть как-то. У него нет веры. Он начинает клеветать, подыскивается. А что это? А где это? А когда ты причащался? Я говорю, вчера причащался. Он никак. А это я подаю книгу. Приехали в семинарию, я подарить епископу хотел, Томская епархия. А его нету там, этого епископа-то. Ну, а преподаватель семинарии вышел, ну и начинает дурить. Я ему показываю, я говорю, смотри,
Вот здесь в начале книги у меня показано, благословляет два епископа. Два епископа даже, не один. А когда это было? Он посмотрел, ну, 8 лет назад. Так это 8 лет назад. Я говорю, да что на благословение? Это как прокисший суп, что ли? 8 лет назад. Оба епископа живые. А если умер, что на благословение исчезло? Вам не благословение надо. Вы ищете, есть ли где не заплеванное у меня место на мне, чтобы лишний раз харкнуть. Вот и все. Я теперь, когда разговаривали с той епархией, священник переписывается. Я говорю, и как тот преподаватель? Да никуда он ушел. Он ушел или там выгнали, уж не знаю. Вот. То есть им это не надо ничего. Это дельцы от имени религии. Вот они смотрят, как руки держат, так и должны держать, всегда держали. Легче. Он руками не машет. Мне так понравилось. Я вас да. попробовал, но потом решил спросить у вас, может, так какой-то нюанс. Вот оно. Видите, как руки стоят, они крест-накрест. Крест-накрест. И кроме того, стоит человек, видно, что собранный. Да, именно собран. Взял себя в руки. Да. А десница... Говорят, какие правители были, когда они в свободном движении были, как они держали руки на это смотрят. И вот это как раз показывает уверенность, полноценность. Это психология разбирает когда. Сейчас вышел специальный какой-то материал о том, что означает поклоны. А я еще в Америке, когда ездил, мне сказали, тут один обратился из американцев в православие-то, и он исследовал, ну, хирург, что у человека сколько есть, вот пальчики сгибаются, кисти в локтях, плече, все до одного сочленения шевелятся, когда человек делает поклон. И позвоночник, и ребра, и шея, все, земные поклоны, чтобы перекрестился, чтобы рука левая достала до плеча как следует. И теперь поклони, чтобы ладони были на земле, голова, вот 10 пальцев, это 10 заповедей, и колени, это поклон. Встал, снова перекрестился, поклон, это сейчас вот идет пост. Мне нельзя, я всю жизнь проработал на стройке. Я понял, у меня две еще грыжи. И если я больше трех поклонов сделал, у меня позвоночник сползает и переламывает этот нервный столб. Я уже не могу не встать еще, мне надо на каталке тащить. А Володя-то он поклонами земными. Я желаю, я всегда делал, ну, я изуродованный. Но главное с покаянием, правильно? Конечно, сердце. И по крови уже разливается эта благодать, потому да, что дух... ты слушаешь, как тепло у тебя поднимается. У нас прохладно иногда бывает. Угу. Ну, то есть это не кровяное уже тепло такое, да, а нет, другое конечно. Тепло. Это я внутренне прогоняю все от себя, и да и не о чем думать. Мы перед Богом стоим. Понятно. Руки вы поднимаете, мне это так тоже нравится, потому что тоже по психологии есть люди, которые чувствуют руками. Но это написано. Апостол Павел говорит, чтобы на всяком месте поднимали мужи руки без гнева и сомнения. Читали это? Читал, читал. Это повеление. Но повеление я думал, это образ. Образ а может, другие да. говорят, ну это жен, это мужья. Написано, чтобы мужи поднимали, но не жены. Я говорю, где мужчина? В данном случае говорится и о женах. И показывает жития святых, святая Агапия там перечисляется. Люди не знают жития святых. И они простирали руки. А иногда молились вот так руки крестообразно. И где место позволяло, лежа на земле, как распятая. На земле. Это Виктор Гюго описывает в романе «Отверженное». А у нас жития святых. Люди ну не вот знают ничего. Но я руками, показываю. Я руками вот чувствую невероятное ощущение, когда вот так делаю. Да. Простираю, молюсь там. То есть да, я боюсь этого. Да. Но вы вот это все разбили без по гнева Писанию. И сомнения, без гнева и сомнения. То есть никогда ни на кого не гневаться, и чтобы ни в чем не было сомнения. Да, чтобы руки чистые были. Да. Игнатий Тихонович, вы когда вот ходите, проповедуете по, там, допустим, людным местам и встречаете там бомжей, людей, которые попали в беду, люди, которые там, допустим, бездомные, там, у кого обокрали, избили, то что с ними делать, если нет средств вот, помочь человеку? Ну вот как скажи, приехали тут сектанты у нас, адвентисты, 7-го дня, там Бутов у них был, Вадим. Он у них профессор в Заухской академии. И когда мы перед дворцом спорта были, там дворец зрелищ, где они откупали за 100 тысяч на каждый день платили адвентисты. И там подошел один такой благообразный человек с бородой, одетый прилично. И ко мне подошел и поздоровался. Ну, он здоровается, и я поздоровался. Ну, и больше я внимания-то никакого не оказываю, я его не знаю. Тут у меня люди другие. А он опять подошел. А я... понял, что вы меня не узнали. Я смотрю, борода такая кладистая.
седая. Я говорю, не помню. Так я же бомж. Я говорю, и что? Ну как же, я же у вас и спал, и ел у меня в доме. А я, видя, что столько людей у меня наплыв, я ключ вообще не стал комнату запирать. Она у меня открыта день и ночь была. Кто приходил с вокзала, я недалеко от вокзала, они пили и ели. Вот мое было отношение. Я приходил... Ну а клещи там, болезни? Ну, понятно, клещи, болезни. Вот мы подобрали такого. Наши сестры сразу, в первую очередь, постирать, прогладить, все уничтожить у него, это дело, починить. Где возможность есть, новое купить, сделать. Вот определенно как. Но тут другое дело. Я приехал сейчас в Одессу. В прошлом году в Одессе мы были, там остановились, ночевали у наших. Я говорил, Тамара, Анна там живут. Да, я смотрел этот ролик, да. Вот. И она говорит, вот мы ухаживаем, берем больных, то есть в них черви просто кишат, мы убираем, лечим, его вылечим, а он опять туда же. Он не хочет нормальной жизнью жить-то. И как так? Ну как, твое не пропадет, ты делал для Христа. Вот и весь ответ. А он вернулся туда. Ну, у тебя голова есть, и смотри. А сейчас вы выпускаете кого? Никого уже я не запущу, ко мне не достучишься. Это был этап в моей жизни. У меня постоянно вот это в этом отношении, ну, как бы нету. Я все время, как бы у меня идет движение, как называют, духовный рост. Я иду все время вперед. На этом не останавливаюсь. Понятно. Как быть с курящими монахами в Греции? Выгнать вот такое явление. Что отвечать? Монахи курят, его надо выгнать сразу, и все. И дверь запереть, и близко, чтобы не подпускать. Просто я был в шоке. Так не думал, что монахи греческие могут курить. Это не монахи. Это лжемонахи, с ними нельзя знать. Это развратители. Одно слово только. Понятно. Все, Геннадий Тихонович, благодарю вас за... уделенное время, простите, если что не так. Никогда не проси прощения. У меня не надо просить прощения. Я ничего нет, не имею. Нет, ну, может, обидел, что-то не подставил. Это трата времени. Там, не я болел в прошлый я раз. Я благодарю там. Бога, что я вас вижу и по форме одет. И мне приятно, что мои слова пали на хорошую почву. Я вам очень благодарен. Это я нашел подтверждение у Игнатия Брянчанинова, как важно ходить в строгой одежде, да. Как важно внешне это все. Ну и борода, конечно, сам Бог показал, что надо бороду носить. Это проявление Божие. Да. Проявление милости, что он так сотворил мужчину, отделил его и в одежде, и во всем. Бог так сделал. А вот мысль такая, как вам? Борода. Вот я смотрю, у меня такая мысль появляется. Это и есть образ Бога. Она похожа на облако. Ну, она это, вне у вас, человека. У вас склонность к этой к мистике туманной. Не да нет, дело. Ну почему это Бог мистик? Так сделал. В Откровении написано, видел я, говорит, у Белена там старца, у Бога Отца. Ну так показано. Христос, конечно, не брился. Пророки были с бородой, апостолы с бородой. Это даже все сектанты говорят, согласны. Ну а что дальше? Там мы православные. Пойди по храму, посмотри на иконы. Посмотри на Златоуста, на князя Владимира, Константина Великого. Ну, по порядку, начни смотреть-то. Я не говорю, Самсона. Да. У Самсона ж сила в волосах была, правильно? Да, в волосах, на голове волосы. Косы у него, 7 кос было. Но как бы волосы являются, может, накопителем вот этой божественной энергии. Нет, не надо. Это у одного только было. Это у кого? У одного. А у одного это Господь так сделал. Ага. И он прельстился женщиной и за это горько поплатился. Но его церковь не осуждает. Церковь его считает одним из героев веры, о чем апостол Павел в послании к евреям уже упоминает. Но по учению святых как раз вот борода находится в месте, вот у вас, допустим, где вот находится наш вот этот дух, сердце. И мне кажется, вот вибрация голосовых связок. Не надо никуда залазишь. Ничего нету, просто она растет, борода и все. Борода, брови. Я имею в виду, ну, как бы иначе, физику сюда включить. Иначе мои усы должны объяснять, волосы. Не надо, ничего. Просто антенны, антенны. Антенны, почему нет? Антенны. Не надо, никогда на это не увлекайся. И не говори никому. Ты будешь на пустоте крутиться все время, как все, в водовороте на воде. Щепки. Я только вам, потому только что вы... Как бы... Это мне на ушко, на весь мир. Так, нужно очень четко знать, ну, вы же там я Божий, Бог меня избрал, и я должен довериться Ему. Довериться, от меня Бог ждет доверия. Я верю, что Он меня любит. Я в это поверил, и поэтому, что я считаю в Священном Писании, мне это любезно, дорого, что я узнал. Почему пророк и сказал, говорит, когда соседние народы узнают, какая у вас конституция в стране, то есть закон Божий-то, и скажут,
какой великий этот народ и славный. То есть не по делам судить, а только то, что у нас есть такая конституция. Вот сейчас, если вы найдете, можете зарядить себя Михаил Цин. Запишите. Михаил Цин. А кто он? Еврей, еврей. Еврей, мессианский еврей. И Михаил Цин. Он председатель, кажется, Международного союза евреев, которые стали христианами, мессианские. И он прямо на фоне Иерусалима, там в Иерусалиме, и рассказывает просто. И там где-то у него уже 34 беседы, наверное. Я сегодня перетащил на свой форум немного. Можете зайти, да, на форуме прямо у меня и взять. Кто такие евреи? Называется, кто такие евреи и как нам с ними обращаться? Это у меня на форуме. Прям первая строчка. Михаил Цин. Я записал. Вот, и когда вы его посмотрите, какая у него борода, как он объясняет, как он говорит, он очень умный. Ну, он не православный. И поэтому в любой момент я могу у него что-то встретить, что не соответствует Святоотеческому Писанию. Но, хотя он протестант, но у него много хорошего. Он сам по себе очень хороший. И как он говорит, и как вот смотрит. Я внимательно сегодня просмотрел, раза на три разные там его ролики посмотрел. Думаю, и такого человека православные прохлопали опять. Вот обращаются знаменитые такие люди и делаются протестантами. Почему? Православные спят. А он мог быть православным. Сколько он добра делает. Мирянам надо браться за дело это. Да. За проповедь. И тогда вырастет и уровень и священников, и монахов. Это такая закономерность у Игнатия Брянчанинова, кстати. Я тоже его нашел. Так что, миряне, призываем всех становиться на проповедь, на изучение Слова Божьего. Я вас поддерживаю в этом, Игнатий Тихонович, всеми руками. Патриарх об этом уже сказал, дальше идти некуда. У меня сейчас есть полное его выступление, и где узнал у Андрея Кураева, он там опубликовал. Оно у меня прямо здесь же есть. Хотите, я прочитаю? Давайте, если есть. Я прочитаю, мне надо открыть маленько, подожди. А я сегодня, сейчас, я как раз болею. Вот, я сейчас это прочитаю. Так, миссия, патриарх, миссия, вот она где. Вот. Это Андрей Кураев сказал. И называется так, миссия РПЦ-МП невыполнима? Вопрос. Вопрос. И вот говорит, мне кажется, в нашей миссии и делу миссиологии очень слабо учитывается вопрос о герменевтике миссии, искусство ее толкования, теория, адекватная интерпретация. Он накрутил понимание. Я подчеркнул показать просто. Таким языком с народом не будешь говорить. Патриарх, герменевтика, как перевести? Дальше, патриарх, да. Кириллом были сказаны важные слова, адресованные епископату в целом. В скобках, их нет в речи на официальном сайте. А именно, двоеточие, что вырезали-то? Патриарх сказал, если епископ будет плохо организовывать миссию, то мы его с правящего епископа переведем в викарное. Это кто не реально управляет, а лишь помогает правящему епископу там. А то и вообще назначим простым настоятелем какого-нибудь прихода. Вот эти слова взяли, убрали, спрятали попы. Ну, и тут по материалам откуда. Это созвучно с вашими мыслями, это самое главное. Да. Значит, миряне, если возьмемся, и церковь поднимется, и отодвинутся все эти, мне кажется, беды, которые навалились опять на нас. Да. Ведь дух формирует формы, правильно я понимаю, если так кратко, под святым отцам. Повтори-ка еще раз. Дух формирует формы, то есть состояние духа нашего, сердца, то есть. Ну, формирует внешнюю уже атрибутику, ситуацию, положение, война прекратится, все уйдет. Ну, наоборот, у меня есть лозунг такой, который в лагере висит. Но я его изрекаю вслух. Я помню, на каком-то конгрессе был, интеллигенции, что ли, там профессора. А я никто, до того удивительно, меня приглашают везде. Сидят, лауреат Нобелевской премии Алферов сидит. И я, ну что сравнивать-то, бложка с таким человеком. Вот плохо, что нет объединяющей идеи в стране-то. Я говорю, она есть. Я голос подал, какая есть. Ну, раньше было пролетарии всех стран соединяйтесь. Я говорю, она есть. И вы ее знаете? Я говорю, конечно. А какая? А представь себе, профессорский состав какой тут, академики сидят, и я что-то вякаю сижу.
Я говорю, четыре слова. Записать надо. Доверяются. Я говорю, дети. Первое слово. Все говорят, о, действительно, надо с детей начинать. Я говорю, воспитанные во Христе. Восклицательный знак, все, больше ничего нету. Если дети будут воспитаны во Христе, значит, небо будет полниться ими. Во-вторых, не будет разводов, не будет коррупции, не будет нападения на другие страны, ничего этого не будет. Дети, воспитанные во Христе, это готовые стать мучениками за Христа. Это будут хорошие судьи, хорошие прокуроры, не будут продажных депутатов, лоббирующих враждебные государству интересы. Это все в детях, это новое поколение. Ну, так вот и ну. Опять же, я никто. Но представьте, я никто. Никто, я не просто ради слова, а прямо так и есть. И я организую лагерь детский самостоятельно, без чьей-то помощи. Первый в России православный лагерь. Ему сейчас уже 43 года. Я должен сам построить все, не допустить ни одного поражения детей, набрать детей, привести, кормить, обслуга, чтобы им было весело, чтобы они на следующий год приехали. Это невозможно. Это не, ну, возможно, кто-то сделал бы, никого нету. Как? Конечно, вокруг меня волонтеры, братья. Но... А какой процент остается в церкви этих детей? Потому что по статистике... Мы знаем? Это же дети, они растут, разъезжаются с другой местности. У нас правила такие есть. Мы никогда не спрашиваем у человека так настойчиво его веру, лишь бы он верил, что есть Бог. Неверующего я не принимаю. Бывают сектанты приезжают, баптисты, адвентисты. Я только раз прошу родителей, вы знаете, что это православный лагерь? Да. Но если в ребенке будут изменения не по вашей стороне, вы претензий ко мне не имеете. Мы не будем его насиловать. Я ему говорю, тебя, Юра, дома учили молиться? Да, как молиться? Он говорит, вот так вот, и глаза зажмурить и стоять. Ну, баптисты как молятся. Да. А другой по-другому. Я говорю, у нас молятся вот так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Но в храм мы пойдем. А ты молись, как тебя научили, так и молись. Проходит вторая неделя, он уже стоит, правильно крестится. Все. Ему никто ни разу не говорил. Родители приезжают. Юрка, ты совсем православный стал. Почему? Он увидел любовь к нему. Это ребенок. Увидел справедливость, которая не всегда встречается на дороге. Вот и все. Ежедневное занятие, ежедневная молитва, защита стопроцентная, нельзя ни обзываться, ни драться. А я никто. Ну давайте вы каждому. Образуйте лагерь детский. Образуйте. И у нас беспризорных не будет. У меня есть детдомов, откуда только не приезжали. 57% детей полностью бесплатно. А финансирование, ну как? Где взять деньги на это все? 57% учитывай. Полностью бесплатно. Мы стараемся их обуть. Иногда нас на свои деньги билеты покупаем. У меня минимальная пенсия. И несмотря ни на что, как Бог, мой Бог. И поэтому я не вопрошаю даже, как и что. Я делаю, Господи, ты отвечаешь. Ты меня заставил, я делаю, а о последствиях я не думаю. Вот и все. В один год, 80, это у нас было 99-й, против меня воздвигли 3 уголовных дела только, уголовных, и все лопнули. Я подал ответ на тех, кто подал, и все процессы выиграл до одного. И все, заплатили деньги, опровержение дали в печати. Это борьба серьезная, с большими переживаниями. А снаружи кажется, что за вами стоят какие-то люди серьезные, да. Богатые, ну, так и есть. Это которые вас финансируют. Я не страшусь наказать мэр города. Губернатор, называю, прокурор края, судья края, директора заводов из Москвы, печать, телевидение, они все за меня. А почему? Потому что дело, которое я делаю, у нас лозунг в лагере висит. Россия должна встать. Мы сядем за стол, и дети вот так скандируют, Россия должна встать. А потом, Россия, это мы. Слава Богу, слава Богу. Игнатий Тихонович, ваши книжки все... Вот если так вот кратко я просмотрел, направлено на каждого человека, допустим, на православного, на сектанта. И цель одна – объединить всех, единение во Христе, такое. Во Христе. Вы такую цель преследовали, да? Нет, я не преследовал, это все естественно. То есть вот старообрядцы там… Да, меня когда спрашивают, допустим, вы преподавали столько лет в университетах в разных. Но это не 2 года, не 3, а несколько десятилетий. Ну, какая у вас программа? Я говорю, у меня программы вообще нигде нету.
Нету. Как это без программы? А у вас же цельно. Ну, программа вот трехтомник. Беру, блажи, проходим. Отдельная тема противосектантская. Как уметь отвечать? Я не нападаю на сектантов. А что они говорят, я беру и на этот стих, какие места и как. Я, говорят, так вы уважаете. Я не могу заблуждение уважать. Я не могу собеседника уважать. Я как человека в нем вижу, а как в вере я вижу, он поврежденный. И поэтому я ему должен донести истину. А он не принимает. Я по-хорошему с ним и расстанусь. А не так, будь ты проклят и прочее. Этого у меня нет никогда. Я не ставлю задачу обратить. У меня главная задача донести до него, что его Христос ждет. И церковь Христова, это православная церковь. Я ему показать это должен. И он это должен увидеть. Я вот когда бывает беседу, а какие-то приезжие сектанты было, ну, говорит-то все мастера говорить, вот попробуй делай. И вдруг встает человек, ну, там, преподаватель, завкафедры какой-то, нет, говорит. Вы просто не знаете, с кем разговариваете. Видеть недостатки легко. Но я конкретно вижу недостаток, я сегодня начинаю работать по его устранению, конкретно. Но это не маленькая задача, что у нас много преступников. Ну, много. Я работаю в тюрьме бесплатно. Мы покупаем многое туда, везем, на Пасху яйца крашеные, иду по камерам. Вот детская беспризорность и прочее. Я образовываю детский лагерь, начинаю работать. И 43 года это, 43 года, это больше полжизни. А вот люди ничего не знают. Я преподаю во всех отделах милиции, в воинских частях, на всех заводах, в десятках школ. Я конкретно вкладываю, и это понимают. Я не теоретик, я практик. Вот я вижу, надо это, в этом нуждаюсь. Я спрашиваю, Господи, а могу я здесь поучаствовать? Я узнал, там переводят Библию. Переводят Библию на горно-алтайский язык. Мы сразу же связались с это библейским обществом. Приезжает оттуда директор. А ну, что и... это за язык? Да. Что за язык это? Ну, ойротские, горно-алтайцы, ойроты. А, ну, понял, все, да, какой это вообще? Монголоидные там какие-то, они тоже устали. Все, понял. Вот. И мы несколько раз, он к нам приезжает, один раз приехал с американскими миссионерами даже, и мы участвуем. И он говорит, вот вы у меня, а ему там помогают, ну, вот они издают, там дарят книги, Библии, там, библейское общество. Вы вышли у нас, говорит, на первое место. Конечно, приятно это слышать. А у нас община махонькая. Люди в основном пенсионеры. И выйти на первое место. Когда он проезжает всю Сибирь. Российское библейское общество в Сибири. Народ. Это народ такой подбирается. А кто-то приходит, уходит. Но это его путь. Уходит. Тем более а, период такой, да. Я усиливаю молитву. Вот совершенно ничего в этом нет такого тайны-то. Человек, с которым мы так дружно были, он вдруг сейчас буквально войну объявляет мне. Я усиливаю молитву. Проходит время, он падает, простите, я вот говорил, сказали, да наплевать, да забыть, что ты, давай работать. Бери, вот бери носилки, тащи. Мы строим важное дело. Я что тебе поминать-то буду? Я сам такой же увлекающийся. Прости меня, Господи, и все. Надо жить интересно, красиво, азартно. Геннадий Тихонович, были бы священником, вы так бы мы не поговорили, конечно. Ну, конечно. Очень приятно, что есть такого уровня человек, с которым можно связаться, поговорить. Слава Богу. Это Бог так делает. Благословите на проповедь. Давайте, во славу Божию. Вы все, хорошую так. связь старайтесь сохранить там со священниками, где бываете. Нет, я в дружеских со всеми отношениями. Это прекрасно. И от меня всегда передавайте поклон. Они воюют против меня, меня это не касается. Я посланный звать на брачный пир сыну. Это 22 глава Евангелия от Матфея. Я зову, и больше ничего от меня не зависит. Геннадий Тихонович, ну священников тоже можно понять. У них много деток, семьи, труд. Это я был у них дома, я видел это все. Это ужасный тяжелый труд. Именно выжить, накормить детей, в зависимости от епископа, от митрополита. Вы же понимаете эти все механизмы. Очень хорошо понимаю. А храм, а службы, а денег нету, люди неверующие, люди не знают веры. Ну, это просто... Я когда смотрю на матушек, допустим, которые там бедные... На одной ноге крутится бедная, она и в хоре поет, и... дома, и много ж деток, она бедная, ну, когда ей проповедовать? То есть надо нам, мирянам, брать это на себя. Вот, мне, я вижу на вашем примере, вот ваш брат и вы, когда вы стояли вместе там в ролике, меня осенило просто, что вот как сейчас должно быть. Они тянут именно храм, именно службы, именно вот эту часть. Мы же все в теле Христовом, правильно? И вот частичка
священство, вот они этим должны заниматься. А миряне должны выходить на проповедь, все, именно нести слово, нести Евангелие, нести веру. Но и надо ее изучить. Но я правильно понимаю вашу мысль, вашу идею? Ну как, был Моисей, а Аарон два брата. Нас-то говорят, Аарон священник, как у меня брат, говорит, вы, говорит, как Моисей, а Аарон. Слушайте, хорошо, что вам сказал. Видите, оказывается, все четко подтверждено. Ну да. Так что это Божий промысел, похоже. Да. От нас это требуется, от нас, от мирян. От нас полная отдача, 100%. Никуда умом не увлекаться, ни за кем. Вы четко считаете Евангелие. Иначе вы будете мотаться, как говорит, в проруби одна вещь. Знаете, нет, 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 ну Тихоныч, я стою на камне. Ну, с отрока Вячеслава ни просто за кем так получилось. Гоняйся, ни за какой я не гонюсь за ним. Нет, нет, просто он наш. Наш, и многие. Мы должны были... Богу время посвятить. Время посвятить. Вот она сейчас у меня пошла, хозяйка моя, и говорит: я пошла, благослови. Сначала расскажи, куда ты пошла. Ну вот там это надо, там приезжает, а другая, которая помогает, тут такие-то люди, беженцы с Украины, опять что-то надо помочь, мы не можем до конца узнать. Ну, это не обманщики, потому что все паспорта проверены, стоят и на этом счете. Дальше что-то там готовят опять встречи, там больные где-то. И узнал все, куда пошла, ну Бог благословит. Вот и все. Мы должны быть очень внимательны, слушать, а что мне Господь скажет, куда Он меня сегодня направляет. Вот так. Тогда у нас дело будет идти. Ну, Серафим Саровский четко сказал своим примером. На камне стоять, а камень – это Иисус Христос и Евангелие. Да, все? Да, да, Игнатий Тихонович, все, вы меня еще раз простите, все, счастливо. Храни вас Господь, я вас очень люблю, счастливо. Да.